Хоккейный турнир «Русская классика» проводится в стилистике времен СССР, когда неуважение к достижениям советского хоккея и его легендарных игроков. Даже спортивная форма хоккеистов разрабатывалась специально для этого матча. Перед игрой болельщиков ждет развлекательная программа. Зрители увидят красочное шоу, поучаствуют в конкурсах и прокатятся на ледяных горках. На протяжении мероприятия будет работать полевая кухня. Получить билеты можно абсолютно бесплатно. Для этого стоит прийти в студенческий центр или профком ЮРГУ и забрать их. Стоит это сделать до 17 числа, потому что сам хоккей состоится уже 19 января.